Отличная карта, и гоняем мы полным составом. А нам вроде попался какой-то клан. Тек не отображается почему-то. Так, ну налево побежал бомбер... Направо побежал бомбермен. Проктол заберет лево. Давайте я ему помогу. Возможно, там какой-то шокермен. Да, возможно, будут проблемы. На середину прыгает. Давайте на середине тоже помогу я. Так. Да, на середине нужно помогать. Ой, помогать нужно. Не забрал, отлично. И теперь будем помогать. Отлично, расстояние близкое. 350 метров есть. Огнемет успевает, интересно, нет? Проктолог сам справился. А нет, он кого-то боится. Сейчас мы ему поможем. Это шокермен, нет? Да, шокермен. Привет, братюня. И пока, братюня. Отлично. Так, у нас все маяки, но это, в принципе, не удивительно. Так, у нас один волк. Так, давай, давай. У меня прыжков куча. Да, классно издеваться над ногами, когда у тебя много прыжков есть. Так, в данном бою смысла не вижу энергоблоки тратить, поэтому я не буду лечиться. Конечно, бы сейчас подлечиться бы, ой, как не мешало. Попадает по мне. Так, 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 так. Выхожу, давайте, на центре. На Топтыгине. Товарищ Топтыгин. Отлично, издалека фура просто хорошо ловит дробь. Тулумбасник. О, хобота обижаешь. Это ты зря. Топтыгин получил. А, они все получают. Так, надо этого убить сначала. Ибо 4 слота, это, конечно, по-жесткому. А сейчас тобой займемся. Отлично. И Топтыгин меня отомстил. Давайте выпускаем бой топового робота. Так, меня прошивает, уже не прошивает. Все, 350 метров есть, нету. Так, кто там на горе сидит? До свидания. Да, всех рвем, рвем всех. Щит у Булорка. Кто там засел в уголку? Думаешь, тебя не видно? Видно всех. Как вам новый Арис в бою? По-моему, просто супер. Я от черно-красной расцветки просто тащусь. Так, блокируем урон. Наших спасаем. Так, отлично. И бой закончен. Хорошая, конечно, тактика. Играет на нескольких роботах понтонов и по очереди активировать щит. И, в принципе, получается, вообще не будешь непробиваемым. А это был полный клан. И клан этот называется второе место. Рейтинг Б у него. Давайте посмотрим игрока. Ну, прокачка нормальная. Роботы, правда, уже устаревшие. А так-то американский клан, однако. Американцев нагнули. Давайте посмотрим на врагов. Есть там кланы? Нет, против рандома играем. Катка будет на изи. Карта, в принципе, большая. Вернее, вытянутая. Так-то она небольшая. Но мы играем гоночку, поэтому проблем с перемещением не будет. Сейчас быстренько маячки позахватываем и будем уже респаться непосредственно возле респа врагов. Так, враги еще на что-то надеются, правильно. Не теряют бодрость духа. Отлично. Так. Очень долго летит огнемет. Хала не срабатывает. Так, 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 отлично. И враги захватили маяк. Захватили и респаются здесь. Это вы делаете совсем-совсем зря. Где негодяи? Вот, вижу, негодяй ушел в инвиз. Хаечи. Энергобарьер огнеметом прошивается на изи. Бомбермен бахнул. Так, отлично. Там нет сзади никого. Все нормально. Показалось. Так. Спектр решил умереть. Два тулумбаса, два аркана. Ничего не придумал, что собрать-то. Но собрал бы все тулумбасы, да. Если арканов нету. Хотя арканы, в принципе, теперь уже добываются легко. Из сундуков выпадают. Даже можно не покупать. Так, давайте прыгаем, прыгаем, прыгаем. И не лечимся. Лечиться будем, когда будем играть с сильным кланом. Так, понятно. Сопротивление урону. Попрощались. И давайте возьмем Меркурий для захвата маяка. Отлично, робот подходит. Один или даже два Меркурия в ангаре. Просто must have. Ну, у кого много энергоблоков, покупает или достается откуда-то там, спонсоры дарят, то, конечно, может в этом случае и пауков покупать и прокачивать.
инвайдера. Но инвайдер, еще раз повторяюсь, хорошо себя чувствует, комфортно и нагибает только с энергоблоками. И ну, даже без ластенда можно играть на нем. Главное лечиться, лечиться и лечиться. В пропорциональном соотношении получается он много вылечивает. А, вон что. Ластенд у него что ли? Падаем. Все, забрали. Так, маяк наш. Как вы видите, у меня Меркурий, как ни странно, на дробаше сверху. Некоторые эта сборочка не нравится. А мне почему-то нравится. Вблизи она рвет и мечет. Расстояние 100 метров и ближе. Так, я в принципе опять могу прыгать. И давайте этим займемся. Отлично. Что он творит, а? В хорошем смысле этого слова. Проблема только в том, что сейчас мы захватили вражеский респ, а когда ты умираешь и респаешься в этом месте, ты появляешься почему-то снизу. Бах, бах, бах. Даже один раз Гриффин не смог выстрелить. Так, отлично. Кто-то будет появляться еще, нет? Ну и правильно, не выходите, потому что у меня уже прыжок готов. Нет, никто. Скорее всего, роботы были у парней, просто не захотели выходить. Давайте посмотрим итоги. Второе место у Хобота первое. Ну это, в принципе, неудивительно. Кто наши враги? Опять американцы, да? Ну давайте возьмем страйдера побыстрее, чтобы маяки позахватывать. И пойду я в середину. И там буду всех этих бомберменов сжигать. Ибо они сейчас по-любому побегут. А нет, я вижу, пошла атака на наш респовый маяк. Так. Давайте, трачу прыжки, чтобы побыстрее подскочить. Проктолог и Масси, если что, вы-то убегаете-то. Сейчас будут большие бабахи. Так, а у него ластен. Так, а у тебя ластен уже отработал, да? Так. Отлично. С общими усилиями справились. Тут три маяка у нас есть. Так, хобот бегает, всех лечит. Отлично. Давайте, прыжки тратить не буду. Сверху бомбермен. И он может подрывать очень неплохо. Даже снизу задевает. Так. Огнеметчик. Опасный робот. Потому что у него хала есть. Понятно. Давайте. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Давайте гору обходить. 2 секунды и спектр будет трупом. Поджариваем спектра. Отлично. Ластенд, естественно. Играю я без ластендов, напоминаю. Отлично. Где он там? Вот, все, поймал его в захват. Так. Паучара там, да? В этом случае, конечно, можно лечиться, когда играешь против таких сильных кланов. Два дробаша, один даже зелененький, опять ластенд. Давай, 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 давай. Отлично. Маяк выключаю, успевает появляться, он успел. Как вы видите, после обновления немного расцветка. А в нас вообще запрессовали. Ой, прессуют, а. Ну, давай, 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 давай. Ластенд у него. Пол робота слетело. Задолбали эти ластенды. Пол робота потерял из-за ластенда практически. Да. Вот такая расцветка стала после обновления. Посередине более белая, так, более красивая. Но бой получается напряженным, однако. Кто там бежит, не знаю. Здесь что у нас за проблемы есть? Там один враг. Так, убили, сейчас он будет появляться на центре? Или где? Пока нигде не появляется. Появился где-то. Появился на своем респе. Так, кто там бежит? Арисы. Давайте подождем, пока они будут атаковать. И будем прыгать. Все, вроде пошла атака. Ах, отбежали. Ластенд. И, естественно, нужно убегать. Потому что он сейчас включает свой щит. Я драпаю со всех ног. Так, он все-таки не решается атаковать. Ой, зря ты сейчас вышел. Тебе нужно было прятаться. Прятаться, братю, не надо было. Так. Сильные враги, сильные. Нужно сверху помогать. Понятно, они там засели. Они в атаку сильно лезть не будут. Наши там должны справиться. А я могу пока здесь разобраться. Так. Так. Блин, расстояние большое. Большое расстояние. Еще сбоку накидывают по мне.
Моя сборка эффективна только вблизи. Ну давайте выйдем пока на Хейдисе. Хейдис тоже робот неплохой. Вот это да. Отбегаем подальше. Щит у меня полностью заряжен. Отлично. Видели, как спецспособность нанесла примерно процентов 25 урона по Пуршеру. Через 5 секунд способность 5 будет активна. Так, меня не замораживают. Там кто-то атакует. Это Арис. Масси уже посливал своих роботов, я вижу. Так. Отлично. Кто-то меня подлечил. О! Вижу, пошла атака. До свидания. Куда ты лезешь-то? Ё-моё. Можно забирать, в принципе, центр. Вроде бы враги посливались. Пилот Мофая. Мофая упрыгал. А, нет, сверху сидит. Ну, в этом случае надо перезарядить пулемет и дойти захватывать их респ, вы мои, правильно? Давайте будем делать вид, что я пытаюсь захватить центральный маяк, а на самом деле я поперезаряжаюсь. Японский бог у нас набирает маяк. Может быть, конечно, беда в этом бою. Так, через 4 секунды пулеметы мои будут готовы. Так. Сейчас Кумихо меня будет терроризировать. Мне нужно держаться к нему поближе, чтобы пулеметы как можно сильнее наносили дамаг. Так, так, так. Ну, вблизи тоже плохо. Я могу промазать. Так, маяк захвачен. Отлично. Сейчас меня Барбакару должен подлечить. Нет? Мы с Барбакару пойдем захватывать маяк. Отлично. Полубойма у меня есть. И, в принципе, два робота в ангаре, а враги уже все иссохли. Наши, кстати, тоже подсушились, да, на булорках сидят. Скорее всего, да, тоже подсохли. Ну, давайте итогами полюбуемся. Как так? Я же нормально воевал. Так, что тут, американцы же опять-то, да? Это уже поляки, однако. Предстоит довольно-таки сильный бой, если не фулочкой. О, этот бой будет знатный. Так. В этом бою придется использовать активно бустер, и без этого никак. Так, бомберменов надо доводить до ластенда. Давайте сразу активируем бустеры. В этом бою просто никак. Топовый клан. Два топовых клана сейчас будут друг друга крошить. Моторекс стоит. Держит маяк, отлично. Получает дикий урон, но все-таки выстоял. Скорее всего, ластент у него есть. Так. О, о, о. Конечно, с огнеметом лучше использовать хала. Но хала, где взять столько хала? Столько хала не наберешься. А тем временем Вульф уже каким-то хреном добрался до вражеского респа. Что мы творим, а? Вроде бы же сильный клан. Но как-то он нам не может отказать отпор. Так, уйдем. О, хобот подлечил меня. Угадайте, почему хобот набивает постоянно много домашки? Потому что он много лечит. Если кто хочет, давай, давай, давай. Ладно, я лезу, короче, просто в наглую. Заморозили ноги. Если кто хочет много набивать домашки, фармить. Кто здесь? Паук прыгает. Так, давайте нашего защитим. Да не прыгай, да не прыгай. Зачем ты прыгаешь? Нормально, все обошлось. Если бы у Ариса был анти-инвиз, то, конечно, бы хоботу досталось. Так, но враги не сдаются, да. Возможно, у них одного минусануло. Так, кто-то на... что на горе происходит непонятное. Так, жгем, жгем. До ластенда доводим. Ластенда нет, вот это да. И Ван Хельсинг пытается наш рез заменять, вроде бы как. Давайте тараны перезарядим. И зайдем уже справа. Так, Арис. А возможно захватить вражеский респ? А почему бы и нет? Вон хала летят, да? Шальная пуля может меня заморозить. Скорее всего у врагов один минус. Нет, он сидел ждал в ангаре Ван Хельсинг. А не Ван Хельсинг только что был там. Ну, затрудняюсь сказать. Так. Отлично. И, скорее всего, Ариса я своего потеряю. Потому что они сейчас респанутся здесь. Да, 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 да. Да, Ариса, придется с Арисом попрощаться. С Арисом попрощаться, но у меня есть его брат младший, совсем уже младший брат Хейдес.
Так, можно на Хейдисе немножко понаглеть, полазить по открытым пространствам. Отлично, издалека немножко подамажим, ну там совсем уже немножко. Так, недобиток. Мой килл полностью свой энергобарьер восстановил. И вполне неплохо меня поджигает. Еще сейчас и уйдет. Он сейчас моего робота сможет забрать на изи. Потому что у меня пулеметы на КДшке и способность на КДшке. Вот такой вот бот, который я настоятельно вам рекомендую. Я против троих. Ну дальше что? У него ноги сломаны. Сначала его собственный щит работал, сейчас его спасает. Спасает энергобарьер Хаечи. Уработали меня все-таки. Давайте выпускаем Меркурий. Да, один против нескольких роботов. Любой робот загнется без ластенда. Дальше что у нас по плану? Хаечи, да, энергобарьер мы портим. И идем на вражеский респ. Опять я лезу вперед, да? Я один буду? О-о-о-о! Счастье, полные штаны. Так. Медикус, Моторекс, подлечи-ка меня. Есть способность? Нету? О, отлично. Так. Сейчас Арис нам даст таких звездячек. Надо от звездячек уворачиваться. Хобот звездячек не выдержал. О, спектроидный. Я думаю, что так много хпшки у меня вошло. А это, в принципе, не удивительно. Это спектроидный. Так, Ариса шпилевили сделать надо. А-а-а! Ё-моё, полетел понапрасну. Все, раздавили сильный клан. Возможно, не топовый состав у них был, так-то клан сильный. Ну, давайте первого посмотрим. Вот такие вот прокачки. Индийский. Так, а кто у нас тут в лидерах? Естественно, Хобот, полтора ляма.